любители планерного спорта. Я взял ручку. Посмотрите, на какую штуку мы летим. Я не знаю, вам видно или нет, смерч. Настоящий боевой смерч. Вот сейчас я его вам снимаю. И мы идем на него и будем смотреть, какой силы поток мы на нем возьмем. Парам-парам-пам-парам. Хорошо вам смерч виден? Ведь он сожрал все в эту самую, как его зовут, пыль с речки. И вот сейчас идет. В принципе, нам достаточно неплохо видно его эту часть. Вот сейчас мы как раз к этой пылевой части подойдем. И как жахнем. Эгегегей, посмотрите. Я еще в смерчах давно не летал. В парапланерной юности не летал в смерчах. Когда был молод и был бесстрашен. Сейчас я тоже почти бесстрашен. Правда, уже не так молод. Так, ну смотрим, что тут у нас будет. Пара-па-пара-па. Видите, оторвалась часть смерча, уже улетела. Вот, он вращается и фигачит. Ну и посмотрим, сколько здесь скороподъемность у этого смерча. Переставь закрылки 4. Много, много. Та-ра-та-та-та-ра-та. Та-ра-та-та-ра. Ну и где, и чё? Смерч. Эх ты ж, бля. Простите, уважаемые любители планерного спорта. Эх, в смерче. Так я еще не летал. Ну, кстати, я бы не сказал, что тут подъем какой-то такой суперский. Мне кажется, сейчас как раз пойдет. Это воздушек разгоняется. Так, 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 так. Та-тарай, та-ра-та-ра-та, та-тарай. Слабоумие и отвага, наш девиз. Па-па-бам, пара-бара-бам. Блин, а внизу, конечно, там что-то вращает, ковыряет. Па-пам-па-пам, ра-па-пам, ра-па-пам. Ну вот так вот мы развлекаемся. Сегодня пролетели за 729 километров. Пролетим, наверное, побольше. Ну вот сейчас смерчики берем побольше. И по маршруту. Как повалим еще. Вот, ну в общем вот так вот. Вот, я вам показал смерч. В принципе, как вы видите, ничего в смерче такого смерчного нету. Ну смерч, ну ужас, ну ужас, ну не ужас, ужас, ужас. Вполне себе ленивенький поточек. На самом деле, только-только вот начинает, видите, вот стрелочка лежит на вариометре. Только-только смерч сработал. Только получается, что этот воздух рванул вверх, и пока до нас дошел, вот он только разогнался. Вот теперь-то у нас пошел уже адекватный наборчик. Там 4 метра в секунду, 5 метров в секунду и прочее. Ну вот, а вы можете наблюдать, как смерч, выплеснув кучу пыли, уже распался. Может, там еще снизу что-то пытается крутить? Не, все. Именно вот так поток очень интенсивно сходил. Вот так вот бывает. Я очень доволен. Надо же как-то развлекать. Ой, блядь, уважаемый. Ну, простите, вырвалось. Просто этот смерч издевается над нами. Раком ставит планер. Поэтому... Вы видите, как есть на самом деле. Вроде как летишь, летишь, потом так. Эх! Эх! Вот. Все. Ревар. Всего вам доброго, уважаемые любители планерного спорта.